Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми», меня зовут Евгений Гуляев. Погода позволяет, прогуляемся по компросу. Ну что ж, пришло время включить голову, и мы начинаем. Где проходила Бородинская битва? Сейчас спросили, еще меня озадачили. Бородинское сражение, помню, проходило. Александр Невский, помню. Так, а в каком году, я уже тоже не помню. Где оно проходило? Я не помню. Ну хотя бы в России. Да, конечно. Где-то в Москве, не? Так, а что за война-то была? Да. Война как называется? А, Великотечественная. Какая? Она сказала Великая Отечественная, но я не уверена. Бородино? Бородино. А оно близко к Москве, далеко? Да. А что? Под Москвой. Под Москвой. Что за война была? По-моему, Первая мировая. Так. И год, наверное, вспомните тогда сразу. 1812, по-моему. Под Москвой где-то. Под Москвой. А что за война была? Война? Год 1812. По официальной истории французы атаковали Россию. Что такое инквизиция? Инквизиция? Такие вопросы у вас сложные. Так, инквизиция. Сейчас посмотрим в Гугле. Может, деньгами что-то связано? Да, наверное, хорошо. Скорее финансы, всего. Финансами, да. Общее название ряда учреждений Римской католической церкви. Ну, в принципе, правильно. А с кем боролась инквизиция? Это такие... Опять такой же вопрос. Способ расправы, да. Путем чего? Путем сожжения. Это когда ведьм там что-то делали, а сжигали. Кто? Народ. Народ с вилами и с это, да? С факелами. Да. Инквизиция – это средневековье дело было. Не помню, что-то с ведьмами и с религиозными гонениями связано. Что такое калорифер? Калорифер. Что-то с машиной связано вроде бы. Что-нибудь красить там. Вполне логично. Да. Ну, это что-то из рисования, наверное, нет? Да. А точнее? Для колористов, тот, кто смешивает цвета. Калорифер. Может, что-то калории какие-то измерять там в спорте. То есть некий прибор, да? Да, в фитнесе там. Нагреватель. Как звучал клич пионеров? Может, вспомните девиз? Ой, тоже не помню клич пионеров, как звучал. Хорошо, давайте первую часть подскажу. Будь готов. Не знаю. Так, октябрят или что-то такое, нет? Ну, давайте я вам подскажу первую часть. Будь готов, а они отвечали. Не знаю. Всегда готов. Будь готов. Будь готов, всегда готов. Будь готов, всегда готов. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.